Привет! Кто неустанно молится о вас в этой жизни или в прошлых жизнях? Карта Ленорман такой вопрос лучше всего открывают, и это классический Ленорман. Кто неустанно молится о вас? О, на дне колоды карта, которая показывает усопших предков. Именно усопшие предки, отошедшие в мир иной, сейчас о вас неустанно молятся. Чего они просят у Всевышнего? Касательно вашей жизни, они за вами следят, в хорошем понимании этого слова, конечно, и хотят, чтобы вы реализовали свою жизнь. А я посмотрю, правда ли это все на картах Ленорман. Да, это карта кольцо, это они обязались, у них обязательство такое перед Всевышним молиться за вас, помогать вам. Они молятся прежде всего о вашей личной жизни, чтобы у вас было все замечательно и хорошо. Они молятся, чтобы у вас было все хорошо, особенно в делах, чтобы у вас шли дела, чтобы было достаточно денег для жизни, для красивой, благоустроенной, благоприятной жизни, чтобы у вас все получалось как нужно, чтобы у вас был удобный дом, комфорт, а также чтобы вам было интересно жить. Потому что лиса – это именно интерес в жизни. Потому что можно все иметь, но жизнь может быть пресная. Они молятся о том, чтобы вам в жизни было интересно жить. О чем они еще молятся? Вот это и есть это. Работа, да? Башня – это работа. Они молятся о том, чтобы у вас на работе было все хорошо, чтобы у вас продвигалась карьера, чтобы было достаточно и больше финансов. И особенно это касается, когда вы развиваете свою карьеру, профессиональную деятельность, когда вы находите свое жизненное предназначение. Башня иногда проходит как личность. Они молятся, чтобы вы были довольны собой. Вот здесь ваша личность. Чтобы вы жили в достатке и были довольны собой. О чем еще молятся кураторы вашего рода? Чтобы вам было легко в жизни, чтобы у вас все легко получалось, чтобы на душе был всегда праздник, бубновая масть – это ценности, ресурс, праздник, финансы, легкая жизнь, чтобы тело было легкое и здоровое, и чтобы все у вас было замечательно. Они заинтересованы в том, чтобы у вас было все хорошо, потому что наши предки живут через нас опять, правильно? Чтобы у вас были дети и внуки, и чтобы все были счастливы. А карта «Ребенок» иногда показывает то, что что-то новое, свежее было, чтобы жизнь была наполнена свежими событиями. А паж пиковый означает, чтобы вы нашли решение трудным задачам. Здесь поиск какого-то нового решения, новый взгляд на обстоятельства. И чтобы этот взгляд был свежий, незамыленный, так сказать, да? Чтобы вы нашли решение. Они, кстати, вам помогают принимать правильные решения. Нам иногда кажется, что мы принимаем все решения сами, но это не так. Вам помогают ушедшие в мир иной предки. Эти карты сами перевернулись. А еще очень важное, самое главное, пожалуй, заключается в том, что предки ваши хотят избавить вас от тяжести какой-то, от ограничений жизненных, туда не иди, то не делай, это не для тебя, когда бьет жизнь по рукам, да? Как в детстве вас били по рукам, например, если вы тянулись к тому, что родители считали для вас вредным. Ну и вы и поэтому не знаете жизнь, может, до конца, потому что нужно было самому понять, что вредно, а что полезно. Но вас родители от большой любви как бы защищали от того, чтобы вообще войти в контакт с какими-то сложностями жизненными. Поэтому так бывает, когда вы во взрослой жизни, вы не знаете, как поступать в сложных ситуациях, потому что этот навык детский вам не преподала жизнь из-за того, что родители вас слишком оберегали, например, или еще как-то. Во всяком случае, карта «Гора» говорит, что какая-то тяжесть, препятствие и obstacles, или препятствия между вами и вашими целями. Эти препятствия могут быть вот такие, так называемые крысы в картах Ленорман. Это те люди, которые вам мешают, препятствуют вам, хотят, чтобы у вас какие-то были потери. Крысы – это потери. Но крысы съедают и хорошее, и плохое.
Поэтому иногда сложные ситуации и, на первый взгляд, нерешаемые ситуации, которые мы решаем при помощи предков и наших усилий, они делают нас крепче. Здесь высшие силы и ваши предки сейчас в рамках этого видео призывают ангелов-хранителей, потому что не совсем могут справиться предки. Иногда, если есть негативное влияние, предки не могут справиться с этим, и они имеют власть над этим. Они тогда просят Всевышнего послать к вам ангела на защиту. И так и происходит. И сейчас, в тот момент, когда вы смотрите, предки посылают вам ангела-хранителя, который защищает вас от негативного влияния. Это правда. То, что я сказала, все чистая правда. Карта птицы говорит именно об этом, о том, что посылают вам, да, крылья ангельские. Посылают вам двух ангелов. И эти ангелы будут делать так, что вы будете под защитой. Бубновая масть — это масть защиты, это масть солнца. И солнце, оно выжигает негатив. Да, да, вот свеча выжигает негатив абсолютно. И вот эта свеча выжигает весь негатив. Делаю, что делаю, большего не требую. Ключ замок, колдунам входа нет. Это мантра для того, чтобы защитить вас от негатива. Эту мантру послали вам ваши предки. А также крылья ангельские с левого плеча вашего и с правого плеча сейчас защищают вас от любого негативного влияния. Это видео, всегда мои видео, направлено на то, чтобы вас защитить, оберегать, помогать вам. А еще много ангелов слетаются, потому что это карта сад, это много ангелов гармоничных. Они поют даже песни любви вам, какие-то звуки или запахи вы слышите, или видите какие-то такие видения, легкое свечение. Это все свидетельствует о том, что в вашей жизни есть ангельское присутствие. Что еще хотят сказать духи вашего рода? Ой, это прелесть, какая карта. Это карта звезды. Она говорит, что духи точно знают, что вы будете счастливы. Это исполнение желаний, это свой путь. Духи вашего рода помогают вам найти ваш собственный путь, чтобы вы были на этом пути счастливы, чтобы у вас жизнь была радужная, прекрасная, счастливая, блистательная карьера, легкое отношение к жизни, красота, взаимопонимание — это гармония звезды. И вот червовая мазь — это любовь, конечно. Ну и 16 номер, 1 плюс 6 — это 7, звезда мага. 7, 7 номер — это звезда мага, это звезды карта. Чтобы у вас в жизни все получалось. Загадывайте желания по карте звезды, желания всегда сбываются. Духов у вас в роду много, кстати, как звезд на небе. И очень много помощи. Иногда вы не чувствуете эту помощь, поэтому не случайно вы нажали «посмотреть», вы включаете это видео, и вы ощущаете помощь, и она есть, и вы в ней становитесь уверены. И когда вы в себе уверены, тогда вы знаете, что вы не одна и не один, а духи вам помогают. И вы идете по прекрасной дороге жизни, долгой прекрасной дороге. И как вы знаете, не результат важен, а сама жизнь должна быть приятная. По карте звезды приятная жизнь. Именно духи вашего рода сейчас помогают вам сделать так, чтобы ваша жизнь стала очень приятной. Вот такой расклад, мои дорогие, на эту тему. Когда вы будете расклад включать, каждый раз что-то новое будете слышать. Потому что любое предсказание, конечно, это магия. Я от своего имени желаю вам счастья. Я Лена, живу я в Канаде и работаю для вас с удовольствием. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Это ничего не стоит, но это важно, потому что именно так вы становитесь родным на этом канале, и действительно расклады для вас становятся рабочими, работают, помогают вам. Если кто-то пожелает мне послать донат, я буду очень благодарна. Это можно сделать у меня на сайте kolenatarot.com, есть переход под каждым видео или о канале. А также можно стать спонсором канала или послать супер спасибо, если у вас есть на это возможность. Там иногда раз в месяц мини-донат, буду очень благодарна. Ну что же, мои дорогие, желаю вам счастья. И я знаю точно, что мы скоро и очень обязательно с вами увидимся.